Хура шагырды шеркей, айдарды сентиер нарспири сентнер. Волгала планы санарсем Чываш театр унернче пызык вырни жынаща. СССР халық артизи Алексей Ургалкин журал нарамба шербуны жул житре. Константин Иванов ячеле Чываш паршалық академии драма театрынче унын азынуга жертре. Мене кирли хальмана сюрт, черем сюнай курмасна. Алексей Ургалкин, тван театрда херехпилик шул ишлене. Шаков гатрабур икшралы сынар уляна. Кашны нех хэнчуне видер галарна. Пурныш чынлыхне сцены жене ильзи тухма болдарна. Хэнни сталыхне протярын мазар туптама тұрышна артист, а заилет театрын илемлі хердюжи Валерий Яковлев. Прещургуне Леонид Агакован повече дырыхларт на спектакльде Алексей Константинович урдеме ятлы пуян шин сынар негала плана. Выл вуляны халиде астрине галать Валерий Николаевич. Пакам да болин ургал кина сцены жене курна был засан, сцены жене курна был засан. Он хельгеме, чун хельгеме, энергетика дезни вырсем, шава щит мезерта мабул даремаз. Шитсе полгатса, телендерек артисем нумай. Чунне шаварза кларма пулдараганны, мэлле хашагын бек шуралма пулдарны, соне бужи, сасы, келетки, чын-чын артис вали шуралны дезек каламала. Сержевым рейм, мэльбор пару, эскэль, кемчуста, барсула, ёл пагэнчэс мана. РСФСР халық артизи Нина Григорьева, Алексей Ургалкинба, хура шегір спектакльде уляна. Ундан нумай вреннене, вуляма шымыл бұлныне, пір-бірне пұлушныне галады артистка. Тада биде вайлы художник бұлны. Вылмалдан, вылмалдан худ шине югерет. Хойын сынарне мінле курат. Аға, худ шине югеретте, кайран шау сынардан, шау хойын... Осне халне, падем талантне, шаванышне күртселарца, шаванба пірлешлейд. Ептелінзе ғайнымдан. Алексей Ургалкин палла артист Канамар, пулдарулы режиссерді. Выл Александр Островскийн «Аслади», «Усрав хер», Антон Чехован «Чие саджа» пьесызіне, Чуваш патшалық академии драмы театрын сцены жіне ғыларны. Радио тогда телеспектаклезен джехудшинна. Вырос кинофильмезене Чваш Лагужарна. Чваш культуринже, тогда искусствинже Алексей Ургалкин Таран Ерговарна. Юра Кеве Ченджинеди Буян Латновал. Алексей Константинович Ургалкин. Республика Карамаре Алексей Зотиков, Юрий Марков.